представляем главное предложение только сегодняшнего дня в преддверии корпоративов, новогодних праздников. Это ручная работа бренда Aspara. И это особенная коллекция, которая именно сегодня представлена для вас. Это особенная коллекция, которая называется Сэнди. Это бусы Сэнди и восторженные взгляды окружающих. И все будут смотреть именно на вас, потому что мы представляем украшение ручной работы из уникального, редкого жемчуга розово-фиолетового оттенка. Сегодня коллекцию представляет эксперт-гемолог, сертифицированный эксперт по оценке драгоценных камней, выпускница Миланской студии дизайна, владелица собственного ювелирного бутика Надежда Беляева. С радостью представляю эти роскошные бусины. Это колье, жемчуг формы барокко индийского происхождения. Причем индийское происхождение здесь в каждой бусине, и это эксклюзивно на телеканале Shop & Show. Получается, вы обладательница редкого и ценного жемчуга розового, фиолетового, либо роскошного белого оттенка. Это бусы ручной работы бренда Aspara. Элегантно сделают вас, конечно, сделают максимальным эталоном женственности, благородство и, конечно же, но это максимальный статус. Итак, внимание, сегодня ваш максимальный статус с дополнительными пройденными ОТК, отдел контроля качества, который четко говорит о том, что сертифицированная продукция и все колье. Мы получаем паспорт. Конечно, мы получаем паспорт изделия вместе с каждым колье. Здесь у нас также указано, смотри, жемчуг фиолетового оттенка. Ты когда-нибудь видела вообще фиолетовый жемчуг? Его рождает также одна только вид жемчужин, точнее вид моллюска, это благородная пина. Есть еще и в розовом оттенке у нас жемчуг, и, конечно же, в белом. Причем, ты знаешь, здесь такие жемчужины подобраны, что они имеют разную длину. То есть, получается, у нас есть длина, вы можете подобрать себе 45, далее 50 и 55 сантиметров. Угу. Сейчас все наглядно покажем. Боже, какие они роскошные. Особенные, причем мне нравятся совершенно все. Внимание, вы получаете лучшее предложение из трех цветов. Итак, фиолетовый или розовый, или белый жемчуг. Бусы Сэнди, которые за 10 минут презентации еще 24 марта были распроданы совершенно полностью. Это было 300 колье. Мы ждали повтор с марта. Именно благодаря Черной пятнице мы сделали снижение цены на 56%. Цена колье ручной работы, бусы Сэнди, цена 1299 рублей. И только в преддверии новогодних праздников. Это подарок для наших телезрительниц. Вы знаете, я хочу сказать, что буквально недавно, еще в начале ноября, моя подруга Елена, она адвокат, она выиграла одно очень весомое дело. И вот как раз-таки владелец юридической фирмы, да, там, после выигрышного дела, он преподнес подарок ей, это колье. Она говорит: Лена, это сотни тысяч рублей. Оно очень дорогое. И вы понимаете, вот насколько приятно, что сегодня такая коллекция есть и у нас. Ты знаешь, бренд Aspara, кстати, а у нас здесь колье, бусы именно от бренда Aspara. Он назван в честь индийской богини воды и облаков, одетой в богатые одежды и жемчужные украшения. Причем бренд Aspara уникален тем, что специализируется на добыче жемчуга, добываемого только в водах Индийского океана. Смотри. Я специально даже подготовила такую таблицу. Ой, здесь у нас, точнее, да, такое вот слайд-шоу, жемчужное колье более 7 миллионов долларов, колье более 5 миллионов долларов. Ты только представляешь, это также жемчужное колье. Причем, ты знаешь, жемчуг вот такой роскошный, он начал цениться еще до бриллиантов. Бриллианты не умели гранить, а жемчуг уже завоевал тогда все королевские одежды. Посмотрите на сиреневый цвет, боже, как мне нравится вот этот фиолетовый оттенок, ведь он никогда не бывает просто фиолетовым, в нем всегда множество переливов, то есть там есть и зеленоватые оттенки, есть разные оттенки вот этого лилового неба, розовый, это также не просто розовый, это множество роскошных натуральных оттенков жемчуга. Ну а самое главное, когда ты несешь на себе эти бусы, когда ты надеваешь это колье, знаете, такое немножко прохладное, особенно приятное по тактильным ощущениям, вот даже, когда ты дотрагиваешься до него, ты видишь себя в зеркале, ты видишь,
видишь, насколько это красиво, и ты понимаешь, что в это вложена душа и сердце, потому что это коллекция ручной работы. Бренд Апсара представляет коллекции только ручной работы на нашем телеканале. Красивая коллекция, я надеваю вместе с мечтами Софии, это серьги и кольцо, но я знаю, что не только Новый год, любой праздник, день рождения, юбилей, возможно, события, пойти в театр, вы будете настоящей звездой. Вдохновляйтесь каждый день, вы можете себе это позволить. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Мне кажется, даже шейка становится более тонкая, особенная. Женщина может надеть красивое открытое платье или водолазку, и жемчуг всегда будет очень уместен. Скажи мне, пожалуйста, а вот дизайн нашего жемчуга, он же необычный, почему такие оттенки? Как они получаются? Фиолетовые, розовые? Конечно, у нас есть три вида колье. У нас есть колье в роскошном белом оттенке, жемчуга классическом, есть колье в розовом оттенке, это натуральный культивированный розовый жемчуг. И есть оттенок фиолетового жемчуга, тоже натуральный фиолетовый жемчуг. То есть он дополнительно никак не тонируется. И при этом, ты знаешь, розовый жемчуг и фиолетовый жемчуг, он невероятно дорог, потому что это самые редкие оттенки жемчуга. А так как у нас бренд Апсара, он как раз-таки характеризует собой добычу только в Индийском океане. Боже, посмотри, какие роскошные образы можно создавать именно с цветными жемчужинами. Да. Именно с колье, когда у тебя цветной жемчуг. Причем есть у нас и белый, то есть вы можете выбрать для себя. И здесь у нас удлиненные барочные жемчужины. Они подобраны идеально одна к другой по размеру. Здесь огромная работа гемологов. И, конечно же, венчает это роскошное творение у нас серебряный замок. Причем серебряный шпрингельный замок. И это настоящая ювелирная драгоценность. Вот как раз ты говорила, ты, что подарили за выигранное дело адвокату действительно невероятной дороговизны колье ожерелье. Потому что ожерелье, колье из жемчуга – это дорого. Тем более, когда серебряный замок. И сегодня это настоящее ювелирное украшение. Сегодня у вас есть возможность для себя его приобрести. Белый цвет, розовый или фиолетовый. Выбирайте свой, выбирайте любую длину. Но самое главное, знаете, это брендовое предложение Апсара. Это ручная работа. И знаете, это такой настоящий амулет или талисман вашей удачи. Выбирайте только сегодня. Лучшая цена на нашем телеканале.